Кафедра за решетку. В Чебоксарах перед судом предстанет преподаватель Чувашского государственного университета имени Ульянова. Через своего брата он получил взятки от 85 студентов. Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего преподавателя Чувашского государственного университета и его 25-летнего младшего брата. Они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно. По версии следствия, утром 6 июня прошлого года в Чебоксарах младший брат преподавателя вуза получил 43,5 тысячи рублей от 85 его студентов для передачи последнего в качестве взятки за проставление им зачета по преподаваемой им учебной дисциплине без фактической его сдачи. Затем преподаватель, желая увеличить сумму незаконного денежного вознаграждения, попросил брата потребовать от обучающихся дополнительную сумму денег. После получения от студентов очередных 25,5 тысяч рублей действия злоумышленников были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по городу Чебоксары и следователями Следственного комитета. Обвиняемые вину признали, наказание определит суд.